Доброе утро. На выгрузку, Соя. Да, вчера записался. Просто я предупредить, что я приехал, я же говорил к 7. Доброе утро, друзья. Приехал я на выгрузку. Будем выгружаться. И грузиться в сторону Москвы. Ночевал я дома, машина стояла здесь, на территории выгрузки. Пойти вокруг машины, мало ли, тут уже колеса поснимали. Вроде все классно. Все на месте. Ну что, друзья, меня выгрузили. Машина уже пустая. Вот. А пока выгружали, я знаете, что сделал? Сходил в столовую, покушал. Здесь обалденно вкусная столовая при фабрике качества. Вот. Хочу вот показать вам свои покупочки. Кто местный, тольяттинский, тот по-любому эту марку знает. Вот. И тут при фабрике качества есть магазин. И можно купить свежие продукты прямо с фабрики. Короче, я взял сырокопченую колбаску. Вот. Сыровяленая колбаска. Вот сосиски взял домой. И на гостинце взял вот такие вот штучки. Это пивчики. Они продаются маленькими такими тоненькими колбасками, длинненькими, к пиву, острые. Но это просто объедение. Вот. И когда вот на фабрике качества во время изготовления остается обрезки, вот они вот эти вот обрезки все вот так вот прессуют под вакуум и продают по очень хорошей цене. Вот. Тут на гостинчик я взял. А это вот домой пару пачек, остальное он все раздам друзьям, родственникам. Вот. И вот эта вот вся прелесть мне вышла грубо в 1270 рублей. Но это просто божественная колбаса. Выезжаю я с выгрузки. Сейчас подойдет охрана, осмотрит кузов, заглянет в кабину, и мы будем выезжать. Анна Александровна, а что это за куча продуктов? Это ты решил все с собой взять? Ты весь холодильник выгребла? Не весь. А это что такое? Это плов. Который ты вчера готовила? Да. Ты хочешь его с собой тоже взять? Ну, либо мы оставляем его на спорте, либо можно сразу мусорку вкормить. Ну, давай с собой заберем. Прикольный набор, я так в рейс точно собираюсь. Всем привет. Собираемся с мужем в командировку. Это только с женой можно вот с такими баулами в рейс собираться. Я когда в дорогу еду, у меня рюкзачок. В рюкзачке лежит ноутбук, трусы и носки. А с женой едешь вот так вот. Это пакет с тряпками, а этот с продуктами. Плюс я утром, когда ехал на выгрузку, у меня был с собой рюкзак. И у Анютки за спиной еще один рюкзак. Так что мы едем груженные по полной программе. Ну как бы надо чистое постельное белье, полотенце. Я еле залез. Так, ну все, в добрый путь. Добро пожаловать на борт. Очень жарко, да, сегодня на улице? Да. Блин, тридцатник. Да? Угу, надо кондей быстрее включать. Ну, давай, давай. Так, ну что, мы сейчас едем на погрузку, будем грузиться бигбэгами. Наверное, сколько бигбэгов? 22 примерно будет. Будем грузиться снова карбамидом, удобрением и поедем в этот раз не в саму Москву, будем выгружаться в Воскресенске. Вот. Со мной сегодня Анютка едет, будет меня развлекать. Вот. Так что я думаю, рейс будет веселый, да? Угу. У меня такое ощущение, у меня предчувствие. У меня предчувствие, что я в этот рейс поправлюсь. Да? Да. Такое количество продуктов. Так, ну все. У нас даже вот постель еще не заправленная, все в сумках. Постельное белье Анютка вот постирала, погладила. Сейчас на погрузке будет наводить порядок. Кстати, под сиденьем у тебя ведро с водой стоит. Помню, да. Так что у тебя еще задание убраться в салоне. Так, ну все, мы выдвигаемся. Будем грузиться на улице Коммунистической в Тольятти.
пути надо встретиться с другом. Я же сегодня был на фабрике качества, выгружался, затарился вкусными сосисками. Ну, вы знаете. Вон он машет. Он машет. Какой же он позитивный чувак. Как и вы. Держи колбаски. Все, погнали. Да? Ну, давайте. Круто вам оттянуться. Давай. Так, Света, давай я пожму твою руку. Давай. Я соскучился по этой машине, я пойду с тобой на работу. Все, ребят, я рад вас. Давай, приятного аппетита. Это, кстати, я же говорил, большие должны быть, да? А это маленькие упаковки. Сколько я должен? Ничего ты не должен. Все, давай, приятного аппетита. Давай. Попробуешь. Я думаю, понравится. Я думаю, понравится. Вечером пивка возьмешь. Короче, если понравится, то после рейса встречаемся у меня и пьем пиво. Если у меня еще есть. У него останутся. Все, давай. Все, давай, пока. Счастливо тебе отработать. Давай, пока. Я тебя провожу взглядом. Тольятти. Коммунистическая 102А. Поехали. Сейчас найду. Мягко ногу на педаль. Поехали. До загрузки нам примерно 23 километра, но это уже в сторону выезда. Будем, скорее всего, заезжать чуть ли не с трассы. Прикол. Старый матрас какой-то. Кто-то, наверное, вез в деревню матрас и потерял его. Я уже кушать хочу. Я еще не завтракала. Че ты снимаешь меня, а рассказываешь, что ты кушать хочешь? На себя поверни. Кушать хочется. Сейчас приедем на загрузку. Будем завтракать. Хотя время уже обед. Час дня. Че будем обедать? Будем завтракать. Я-то завтракал. Я сегодня на фабрике качества кушаю. Тогда можно пообедать. Ну, можно плов покушать. Как ты на плов смотришь? Можно давай, салат с помидорами сделать. Отлично. Давай помидоры. С майонезиком. С майонезиком, с огурчиком и плов. Давай. Класс будет. Давай, хорошо. А это мы подогреем, да? Сковородка же есть? Да. Сковородка есть, да. Ну, все хорошо. Так, я вот не пойму, мне здесь поворачивать или чуть дальше? Коммунистическая где у нас? Это выезд на Громову, да, у нас? Я что-то вообще здесь, это Комсомольский район плохо знаю. Подожди, что-то я вкурить не могу. А ты что, куришь, оказывается? Да. Информацию вкуриваю. Вот. Короче, надо на следующем повороте поворачивать направо. На обед у нас плов. И салат с помидорами. И салат с помидорами. Вот плов готов. А салатик сейчас Анютка порежет. Убиваем время. Ждем погрузку. Как вкусно пахнет. Чем заправлять будем? Майонезом. Ой, там жопу купали. Жопки мы не будем кушать. Жопки на мусорку. Вот такой вот салат сейчас у нас будет на обед. Огурчики, помидорчики с майонезиком, плов. Бутерброды горячие. Бутерброды горячие вчерашние, да? Бутерброды горячие, холодные вчерашние. Держи соль. Вот это соль в баночке. Майонез? Майонез сейчас достану. У нас еще тут сумка не перебранная с продуктами. Вот тут вот. Анютка выгребла все продукты из дома. Че их оставлять дома, если дома все равно никого нет. Держи. Вот мы предпочитаем вот такой вот майонез кушать, слобода. На перепеленных яичках. Обязательно хранить в холодильнике. Придется так, что съесть его, потому что холодильник у нас... За сегодня весь пакет. В нем нет Е, поэтому я его люблю. Посолил уже? Да. Все это можно убирать, да? Да.
Кстати, соль заканчивается, надо. Перчика нету, да? Нету, перца нет. Чего-чего, но перца нет. Я уже не первый раз сожалею об этом. Надо купить какую-то это, перечницу, что ли. Мельницу, да, такую, наверное, лучше купить. С перцем. Если ты собираешься готовить. Че, свинячишь, да? Ты что, не на ковер помидоры складываешь? Огурцы. Ты что, гонишь, что ли? Я тебя накажу сейчас. Уже жду. Давай. Вон, пульнет туда. Где мусорка у нас только что с собой? Мусорка вот. Давай, сюда. Ну-ка, засними-ка наш обед. Плов, бутербродики. И салат. Божественно. Бутерброды, конечно, вкусные, горячие. Мы сделали их на ночь. Очень вкусно. Да. Так то ж. Всем, кто кушает, приятного аппетита. А мы будем есть. Мы отключаемся. Дождались мы своего звездного часа. Заезжаем в ангар. Наверное, надо закрыть окна, да? Да, тут воняет. Ужас. Вот таких вот бигбэгов в этот раз у нас будет 25 штук. 25 бигбэгов, это получается ровно 20 тонн. Камера включена. Быстренько закидали, да? Они тут быстро грузят. Кропоткин, привет. Кропоткин, привет. Раз привет есть, значит в ролике будет. Давай, все, удачи. Блин, как я не люблю вот это вот. Выйди, подойди, дай пропуск. Сходи сюда, сходи туда. Давай, давай, брысь. А, ты же не забываешь, что ты с этой стороны вылазишь. Давай, ладно. Давай, давай, давай. Чай наливай, все, наливай, все, давай. Закругляемся. Едем. Пойдем к охраннику сходим. Что-то он зовет. Нам, может, какие документы отметить надо. Сказали, отмечаться, нет, не говорили? Нет. Штампик поставили. Вот мне какой-то штампик. Никто тебе не говорил. Ни нет. Мы, ни они, ни нас. Я поставил штампик, я думал, все, ворота открывайте, я поехал. А-а-а. Сказали потом за документами. Видишь, как тут все цивильно, охрана, блядь. Охрана, подпись, да. Да, хрымо-хрым, бля. Фирма веников не вяжет, бля. Фирма делает гробы. Все, счастливо. Оказывается, надо было печать поставить. Все, выезжаем. Движение без остановки запрещено. Что-то Анютка там селфи делает. Селфи, что ли, делаешь? Да, я сфотографировал с собой. Короче, все нормально, загрузились. Загрузили нам, видите, 20 тонн и 400 килограмм. Ну, я думаю, то, что эти 400 килограмм погрешность.
ерунда. Сейчас вот направо поворачиваем на коммунистическую и сразу выезжаем на пятерку. В планах у нас выгрузка в пятницу утром. Выгружаться будем в Воскресенске. Вот. Ну и погрузочка у нас будет на 107. Это первое место. А второе место мы будем забирать в Клину. Это будет у нас суббота. Так, ну что у нас? Остается 22 километра. Сейчас пройдем Макшан, потому что там идет ремонт дороги. У нас зеленый загорелся, поехали. Вот. И от Макшана еще планируем отъехать 6 километров до стояночки пит-стоп. Там мы заночуем. Да, уже все, пора спать. Время вот уже местного 10:30. Ну, еще полчасика проедем, и все хорошо сегодня. Мы сегодня и так очень много сделали, что то есть, мы сегодня выгрузились, загрузились, нашли загрузочку неплохую, загрузились и проехали уже сколько? Ну почти 400. Я считаю, что это очень-очень хорошо. Доехали мы до пит-стопа, который находится после Макшана. Вот. Делал обход машины. Какой-то вот болт, что ли, или гвоздь, вот пытаюсь достать. Да какая железяка. Будем надеяться, что она не пробила корп. Уже глубоко сидит. Повезло? Да? Конечно. Ну ладно. Маленький. Не глубокий, то есть ты имеешь, да? Да, да, верно. Что-то мы припарковались, как чайники, ты посмотри. Под клином встали. Может, это он неровный стал? Ну-ка, я посмотри. Или с той стороны. Обойди. Ну да, ты как... Это ты, бля, криво встал. Реально. А я вроде целился по нему. Ну тебя какая-то целкость вообще, не настроенная. На! Сейчас перепаркуемся. Я же так не оставлю. Че ты мне даешь? Пошли, там посмотрим. Так, это Рефа шумит, что ли, так? Да. Доброе утро. У нас наступил новый день. Проехали мы Макшан. Сейчас находимся в Михайловке на стояночке пит-стоп. Автостоп. Вот, сейчас пойдем позавтракаем. Тут нам где-то чек давали. Вот он, на бесплатный завтрак. Можно выбрать либо блинчики, либо кашу. Блинчики. Да, я думаю, что мы возьмем блинчики, да? И что-нибудь еще закажем. Обязательно на кофе. Тут очень кофе заварной, вкусный. Так что берем. Капучино есть? Да, есть. Рыльно-мыльные принадлежности. Немножко надо побриться, чтобы выглядеть бодрячком. Вот. И поедем дальше.
догадалась, то, что надо довезти. Все. Можно ехать дальше. Вот у нас проблема в автомобиле. Отказал правый датчик. Не, не правый, левый. Левый датчик вращения переднего колеса. Звучит очень страшно. Да, вот написано, динамические свойства изменены. По приезду домой будем менять датчик. Потом что еще в планах? Сепаратор установить надо, я его уже купил. Вот, и я купил еще один амортизатор на прицеп. Я выяснил то, что у меня еще один дохлый амортизатор. Вот, мы его по приезду тоже поменяем. Так, ну что, поехали? Всем удачи на дороге. Мы отправляемся дальше, да? Да. Что они тут столпились? У меня по ощущению, что нас ночью выгрузили. Эта машина легко идет. Что-то пошло не так? Да что не так пошло? Подушку сейчас менять будем. Я не вижу, что там делаешь. Удлинитель, длинный удлинитель. Головка на 32 и трещотка. Вы там лежа на диване, да, смотрите? Вам хорошо? Дома, наверное, кондиционер работает. А у нас плюс 32. У нас летит тополиный пух. Я лежу раком. Сижу раком под машиной. И поднимаю колесо, чтобы поменять подушку. Хорошо, когда есть, да, все с собой? Когда именно все с собой есть, да? Да. То, что надо. У меня какой-нибудь тех подушечка. Она похожа. Вот она. Аиртеч. Это вот, что? Вот она цельная. Да, это на воле она чулком идет. А у нас-то да. Все просто. Не, просто. Она снимается, она без стакана, она отдельно разбирается. Да. Можно разобрать. Она без стакана. Так, и новенькую. Стакан. Все собираем. Не зря говорится. Она такая зелененькая. Все почистили и собираем. Так, сейчас трещотку возьму. Да, дай трещотку. Ага, спасибо. И посветит штурман, да, и покушать приготовит. Я за штурманом люблю ездить. И покричит, да, и покричит. Да, если сильно попросить, даже порулит. Разбудит, когда надо. А что она этим не встала, как будто? Я сейчас напомню. Ой, упала. Ага. Воздуха, да, и да, сейчас. Ну я вверх посажу уже. Надо. Почему? Я на посадочное место его посажу. Хотя бы, чтобы кольцо встало. Вот все будет ништяк. Ау. Ключик на 19. Закручиваем. Все. Это последнее, что нам нужно делать? Снизу еще болт нам закрутить, центральный. Все. И вот. Проблема, где шипело, будет отремонтирована.
по чуть-чуть, медленно, но верно. Сейчас Алексей воздух подаст, и подушка сядет на место. Снизу потом центральный болт поймаем, затянем, ставим колесо, и можно будет ехать дальше. Алексей, подавай воздух по чуть-чуть. Вот, смотри, сейчас подушка сядет. Ага, еще чуть-чуть. Все? Пусти чуть-чуть. Да, наверное, надо приопустить. Попасть не можешь? Да, Не-не-не, все отлично. Надуваем подушку. Сейчас брусок доставать будем. Да. Сейчас подтяну немножко. Ага. Блин, брусочек какой, прямо под размерчик. Все, спасибо, Леш. Так, ну что? Здесь протягиваем. Все, подтянули. И тут. Все, тоже затянули. Сейчас нижний залазю, протягиваю. Там у нас головка на 22. Сейчас я куртку одену. Холодно, что ли? Нет, грязно. По-любому опять напишут, да, женщина на корабле к беде. Конечно. Нет, я так не считаю. Спасибо тебе. Женщина на корабле наоборот, к успеху. Вот видите, как хорошо, что все это случилось не на ходу. У меня есть подушка, мы ее поменяли. Поменяли без проблем. А шапку зачем? А ложиться. Так, ну все, я полез. Сейчас я с той стороны обойду. Практически нигде шипеть не будет. Все, я уже упираться не во что. Давай ногой упрусь, затяну, и на этом все. Отлично. Ключ. Все, ставим колеса. Опускаем домкрат и выезжаем. Я это место убираю, да? Да, да, Леш, спасибо большое. Колесики.
место только. Почистим и будем ставить. Красота. Знаешь, давай посмотрим. В каком состоянии колодки? Осторожно, чтобы не упало, смотри на ногу. Осторожно. Кого? А что там их путать? А я по-другому не поставлю, там уже у меня штуцер накручен длинный. Резиночку хочу поправить. Как-то резиночка залупилась так. Ага, вот. На пятаке. Вот теперь все нормально. Колодочки здесь огонь. Все, давай в сторонку. Радуется за эту подушку. Я прямо напрягал то, что оттуда воздух шипел. Что-то Аня говорит, там у тебя колесо вообще в хлам какой-то, да? Самое что интересно, запаски-то нету. Совсем? А, есть такая. Такая же? Так, пойдем посмотрим Лехина колесо. Ну да. Эти еще более-менее. Вот эти хорошенькие, а это да, уже подстертые. Леха говорит, вот-вот бомбанет. Да и запаска у нее хреновенькая совсем. Что, получается? А что не получится? Что, первый раз, что ли? Катя. Головой держишь? Да, толкай. Да что ты такой? Вот первое, любое из колес, точнее, любое из колес хорошо садится, а второе... Всегда придется, получится. Есть. Монтировки для этого. Придумал. Люд человечества. Ну. Поменяли подушку. Хотел я искупаться прямо там, на той же парковке. К сожалению, там душа не было. Вот, доехали мы до Зенды. Сходили в душ. Анютка тоже вон какая. Симпатяга у меня сразу. Волосики развиваются. Уговорила меня сходить покушать. Нет, ты можешь не кушать, я просто голодная. Да я тоже, наверное, перекушу. Половинчику, половинку супчика. Да, люблю петунии, когда цветут, вообще красота. Анюха, пахнет? Не, что тут припылились. Офигенно пахнет. Они такие прям душистые. Да. Вот такая хорошая кафешечка. А ты здесь кушал уже? Да. Я здесь первый раз. Пойдем. Я тебя угощаю. А где там меню? Есть? Одна книжка. Вам надо меню? Не надо? Нет. Выбирайте. Ты вверх ногами возьмешь.
Не, все нормально. Холодно взять. Сейчас сколько здесь щи стоит? Щи 100 рублей. Целая, да, порция 100 рублей. Ну, это 1 литр. 0,5. 0,585. Литр стоит 100 рублей. Ха. Нам, пожалуйста, щи борщ. Че, литр на двоих. Литр на двоих? Молодый, да? Возьми половинку. Даже 0,5, по 250 нормально. Жара такая, сильно кушать не хочется. Я думал, ты вообще кушать не будешь. Я вот компота пару стаканов. Слушай, я бы тоже. Да. Ну, да, что, давай половинку? Давай, сука, по-любому надо поесть. Мы тут скромненько заказали 100 рублей, 2 тарелки. Одну сыпа. Порцию. Это одна порция, нам ее разлили литровую, пополам. Литровую, да, и разлили пополам, по 0,5. Тут прям говядину, кусочки. Очень вкусный супчик, я думаю. Ну-ка, давай-ка зацени. Правда, я еще не пробовал. Он горячий, не так нервничал. Не, ну ты подуй давай. И скажешь, вкусно или нет. Можно ли сюда в эту кафе заезжать? Просто жизнь, он давай, пробуй. Очень вкусно. Да? Приятный аппетит. Ладно, давайте. Тем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Я тоже буду кушать. Есть. Конкретно. Аж дышать тяжело. Вот на компот мы тут подсели. Пятый допиваем. Четыре компота выпил. Вот пятый они кто допивает. Конечно, я считаю, что вредно после еды, вообще любой еды, пить компот. Нужно обязательно попить горячего чая. Но, к сожалению, на улице жарко, и нам не хочется чая. Компот обалденный здесь. Да, компот очень вкусный. Поехали. Едем. Вот такая здесь огромная парковочка. Так, короче, я залазил со своей стороны. Отличная идея. На ступеньке разбусь, а ты там. Как обычно. А то там слишком как-то много у нас обуви собирается с правой стороны. Ох, мух-то у нас понабилось. Трупики, трупики, трупики. Да, кстати, вчера. Стекло камень отлетело. Вот. По-любому надо заклеить. Слушай, давай знаешь, что сделаем? Пылюку погоняем в кабине. Конечно, влажную бы, да, уборочку сделать, но хотя бы от пыли так избавимся. Двери открывай на максимум. Включим верхний кондей. Тоже, чтобы надувало. Смотри, как сколько пыль с него летит. Положи, пожалуйста, на туда. Жесть. Откуда его столько? Ну-ка, давай-ка. Ань. Аню, дай, пожалуйста. Да вот здесь. Вот, смотри. Раскрути, вот смотри, колечко образовалось. Вот. А дай мне. О! Все? Огонь? Да. Красота. А что-то мы как-то тут засрались это. Давай, выходи тогда вечером. А? Вещи разложу. Давай. Все, выезжаем. Пристегните ремни. Да, окей. Ты сама-то пристегнусь, улучшишься. Я пристегиваюсь. Ой, хорошо. Надо сходить размяться. Проехали мы Кирица. Ну вот. Пойдем посмотрим колеса.
пощупаем ося, прогуляемся, поедем дальше. Надо немножко ножки размять. Ты со мной? Да, я с тобой. Анютка вон сидит, видосик монтирует. Что, оно получается? Потом посмотришь. Это, короче, будет... Это она монтирует предыдущий видос. Да, это получается предыдущий видос. Не этот, который сейчас, а предыдущий. Мой вот. Первый монтаж. Да, так что они открыли. Заметили ли вы подвох? Подставу. Пойдем погуляем. Так, у меня тапочки с этой стороны. Что-то как-то карбамидом воняет. Не чувствую. Ай? Не чувствую. Ноги аж не гнутся. Бедная бабочка, да? Давайте ее спасем. Нифига себе, я бабочку спас. Анют, ты приди, я бабочку спас. Она это вляпалась, а я ее отклеил и отпустил. Что, решила лобовуху почистить? Стрекоза. Ну это стрекоза, а что не стрекоза? Да. Старая, наверное. Давай лобовуху. Отваливаются мухи. Давай, что, тебе помочь? Нет, я сам. Давай, давай. Не надо, говорю. Ну ладно, ладно. Ты забрызгай, пускай она, да, так покиснет. Сейчас я щетку принесу. А тут у меня щеточка такая старенькая есть. Ох, за кабиной жара. С двигателя дует вентилятором. Тут прямо можно... принимать баню. Прям веник и погнали. Что, температура двигателя 90. И весь этот ветер дует как раз за кабину. Нифига себе, Анютка молодец. Всем бы такую попутчицу, да? Попутчица? Попутчица, помощница. Помощница. Ты получаешь от этого удовольствие? Да? Что, тереть будем? Сама? Или давай я подойду? Эта щетка грязная просто. Не хочу, чтобы ты руки пачкал. Вообще, самый лучший способ это брать автохимию и наносить ее, ждать, она откисает, получается, автохимия все это отъедает, а потом просто-напросто дворниками смываешь водой и все. Я все время забываю. Подготовиться к лесу и взять. Надо экономить, надо заканчивать. Эта штука надо еще в салоне. Все смываешь? А то сейчас ночью ехать тяжело. Давай я пойду смою. Давай, иди. С этой стороны залезь. Да. Давай. Я боюсь, что смою. Сейчас Анютка дворниками смоет это все вместе с водой.
Итак, доброе утро, друзья. У нас наступил новый день. Маленький, коротенький отчет. Что у нас здесь происходит? Я уже сходил, оформил два пропуска на въезд. Доброе утро. Анютка готовит кофе. Прибираемся в кабине и едем на выгрузку. Оказывается, то, что здесь режимный объект. Вот. Кое-как я договорился, чтобы Анютку пустили. Такое было один раз, что меня не пустили. Ну, обычно да, всегда пускают, то есть как бы всегда все нормально. Вот. Так что мы сейчас выезжаем на выгрузку. Что, нам кофе готово? Да. Давай мне кофеек с сахаром? Конечно. Ты же кофе без сахара не пьешь. Класс. Так, воздух накачали. Воздух у тебя не спустило. Да. Еще знаете, чему обрадовался? До того, как подушку поменяли, у меня шипел воздух. Вот ночь постоит машина, и давление падает ниже шестерки. А сейчас вот отстояли всю ночь, зажигание повернул, и у нас давление было в районе, ну, девятки, наверное. Ну, то есть это очень хорошо. Это очень хорошо. Как, ты соседу записку не напиши? Сам разберется. А, тут сосед? Поверните налево. Он на скане, с правой стороны. Ну, напиши записку. Напиши им быстренько. Там журнал возьми. Короче, ситуация такая. Мы вчера приехали. Было уже темно. Водитель на скане забыл выключить свет в салоне. Вот. И он у него горел. Я думал, мало ли, может, он пошел куда-то документы оформлять, еще что-то. Утром просыпаюсь. Пошел умываться, смотрю, свет горит. По кабине постучал, его там нет, дверь закрыта. Вот. Ну и запереживал, думаю, сейчас он придет после своих выходных, я не знаю, где он. Может, домой поехал, может, загрузку ждет и не заведется. Вот я смотрю у него на аккумуляторе, выключение массы. Чик, выключил, свет потух. Владимирка пишет, вы забыли выключить свет в кабине, да? Угу. Я напишу. Выключил массу. Какого числа? 31-го. Может, она тут стоит уже неделю. 2019 года. Смайлик рисуй. Напиши «Удачи на дороге». Все? Напиши «Анна». Иди, воткни ему. Сложи напополам и это, и воткни. Блин, дай, чтобы он понял, напишу, что записка. Записка? Что он офигеет? И тебе было приятно, если тебе записку просто так оставили? Если ты не ютубер. Да, да. Можешь ручку, наверное, вот так вот отодвинуть и в щель туда затолкать. Да. Не-не-не. Сверху, сверху улетит так. Не улетит? Нет. Алло? Все, выезжаю, выезжаю. Потом он будет голову ломать, почему у него массы нет и вообще. Что случилось с моей машиной? Не все же сразу? Я понял, понял. Ага. Все, понял, выезжаю. Мы заезжаем на территорию двумя машинами, я и красный ДАФ. Он на загрузку, а я на выгрузку. Анют, возьми камень. Там в той машине сидит сопровождающее лицо, и он сопровождает нас обоих. Они уже меня стоят, тут ждут, а вот сейчас записку пишем.
поверните налево. Ночевали сегодня на территории стоянки завода КБЕ. Потому что туда, куда мы приехали, не перевернется. Стоянки на том заводе нет, так что нам пришлось немножечко схитрить, зарулить сюда и ночевать здесь. По крайней мере, здесь спокойно. А там пришлось бы стоять на дороге прямо. Через прямо на обочине. 200 метров поверните на обочину. Выключи АКПБ, зачем говорить? А я включил, я думал, нас не пойдут провожать. Я включил на всякий случай. Зачем? Доеду, выключу. Ты же знаешь, куда ехать? Что, далеко пешком идти? Я ходил, оформлял документы, вот там вот с левой стороны написано. Как он? ОАО. Поверните направо. Воскресенские минеральные удобрения. Вот там вот пропуск. Мне вот эти домики нравятся. Ну, это дачный вариант. На жене такой дом поедет. Все равно мне нравится. Вот такие маленькие, милые. А для дачи это вообще супер круто. А баня смешная. В этой машине сидит сопровождающее лицо. И он нас обоих провожает. На территории снимать сказали нельзя. Ну, может быть, немножечко поснимаем. Самую малость.